Сегодня находимся в Скайзизе, празднуем денюху мою. Вот сколько людей собралось тут. Человеку весело. Сегодня специально на мое день рождения приехала кавер-группа из Казани. Лёха дебил. Приходи, говорит, тут вся денюха. Эй, вот это веселуха. Веселые лица. Да-да. Альберт, вам сегодня 28 лет. Что вы чувствуете? Альберт, вот сегодня день рождения, откровение, короче. Представь, что ты у Дудя, короче, на интервью. Почему ты один? Я один до сих пор без девушки. Ну да, потому что... Да. И ответ? Дело в том, что я еще не нашел ту самую девушку. Девушка должна направлять мужчину и поддерживать его в его начинаниях. Ну да, это тоже как бы. Она будет мне помогать как-то расти. Ну перестанешь мастурбировать, да? Да, это безусловно. Да, ну, она будет не мастурбировать. Следующий вопрос. Все-таки какая она, вот, ну, твоя судьба? Как она должна выглядеть? Как Кира Найтли. Главное, чтобы глаза были красивые, такие, как мне нравятся. Ну а вот если она будет внешностью, как Кира Найтли, да, но в душе говно, бля, вот просто, бля, тварь. У меня попалась одна такая знакомая. Я был влюблен в нее, но когда познакомился, я понял, то, что она гопница. Ну на то время, и я так расстроился. Это я просто говорю идеал, идеал уже как бы, как правило, они... Не встречаются. Не встречаются, да. Там. Так что главное, чтобы мы с ней были на одном уровне. Хочешь анекдот расскажу про двух геев в бассейне? And every second I waste is more than I can take. Because I'm so numb, I can't hear you, dear. Because I'm so tired, so much more away. I'm becoming less. All I want you to do is be more like me and be less my choice. Because I'm so numb. Ладно, ладно. Какая же
Братан, больше тебе это не говори никому. Альберт нахуярился, короче, в говно, блядь. Мы ему подписали вискарь, короче, мы его рить, и все, блядь. Последний, самый актуальный вопрос. Почему ты бросил пить? Я думал, сейчас что-то пиздец серьезное будет. Я бросил пить после того, как я попался на работе с запахом на проходной. 2 года я молчал. Не, знали только мои друзья. Меня оформили, я звоню начальнику, он сказал, пиши заявление. Все, меня не уволили, а попросили уволиться. Ну ты мог остаться или по статье, или... Да. Нет, по статье, короче, не хотели меня. Быстренько за один день, короче, все сделали, чтобы шума не было. И я сразу устроился в Таиф. Не бухай Таифе, ладно? Нет. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Эшкере! А ты такой красавчик, красавчик, и идешь без девушки. На пафосе. И что, кому твой пафос нужен? Я просто на пафосе. Уже не веселится, отрывается по полной программе. И рядом какой-то чувак тупой. А Софья ест. До сих пор как тело, так и не встает. Все ест и ест, ест и ест. А этот на две руки все. Ищет клиентов себе. Такси, караоке. Рафаэль подкатывает, да и не уже. Поздравление, с днем рождения! Ну и последний вопрос. Вот сегодня у тебя день рождения. Сегодня у тебя день рождения, да? Я не буду. Я не гей. Вопросы Дудя не буду задавать, типа, пидор ты или не пидор. Это вопросы Big Russian Boss'а, не Дудя. Дудь тоже все время спрашивает. Big Russian Boss'а. А, нет. Все, я сегодня дохуя был людей, там, знакомых, друзей, приятелей. Вот как ты считаешь, как прошел твой день? День рождения. Я рад, что все здесь собрались. Спасибо всем, кто пришел. Очень жаль, что некоторые люди не смогли прийти. Но они объяснились, извинились. Блин, я был бы просто рад видеть здесь всех. Ну что, друзья, вы прослушали откровение Альдера. Реально, это материал, который, может быть, не войдет в эфир. Но я очень хочу, чтобы все-таки он его вставил. Альберт, ты его будешь пересматривать, посмотри меня пьяного. И все-таки вставь, ладно, материал. Ну, как бы, люди хотят знать, но это прикольная штука, чтобы... Твоя рука лезет. Чтобы для кого-то это было уроком. Чтобы, ну, кто-то не повторял ошибок, наверное, да, Альберт? Ты так много болтаешь, вот ты это знаешь, ты постоянно пиздишь. Все, давай такая. Ты ебаная хуйня. Тебя вон люди ждут. Ебаная хуйня, телевидение, короче, дает о себе знать. Все, хватит. Что, блядь?